Всем привет после недельного застоя на канале. Хотелось бы много о чем поговорить да рассказать о каких-то последних новостях, но я это в основном делаю в Телеграме. И если кратко, то я, во-первых, обновил видеокарту, взял себе новую на замену старой 1050 Ti, которая перевидала за 5 лет работы столько идиотов, что можно просто лопнуть. Если какие-то новости по каналу, да, конечно, есть. Я, во-первых, написал их в Телеграм-канале, ссылка в описании, но продублирую еще их и сюда. Не мог не заметить ваш актив под позапрошлым роликом, в котором я набирал абсолютного рандома из своего дискорда и вместе с ним играл. Под диктовку ему там рассказывал, что говорить, что делать во время игры, и потом защищал его на админ-жалобах. Я ошибочно думал то, что такой формат никому не зайдет, потому что мне казалось, что все хотят видеть в этих роликах только то, как я крою кого-то матом без остановки. Ну что сказать, сегодня факультет добрых дел снова открыт. Если что, рандомов для такого формата я набираю только в дискорде своего сервака Беброград. Ссылка в описании. Предупреждаю, никаких смешнявок и монтажей вы здесь не увидите, только подача информации, а также стоп-кадры. На них я сегодня и сделал упор. Слышишь, а можешь мне сказать, ты купил хатабинку? Да-да-да. На жалобу. Так, Куза, скажи, иди нахуй. Сейчас. Иди. Еще раз, я просто не слышу. Или ты не можешь ругаться матом? Я могу. Я могу. Кто? Бля, кто-нибудь один говорит. Могу. Ну просто тут меня все пытаются, да, шагишь перебить. Сейчас секунду дверь закрою. Секунду, сейчас. Так, давай, сейчас. Я тебе запрос сейчас скину, позвоню тебе отдельно. Алло, здорово еще раз. Алло, алло. Ты занят сейчас? Нет. Нет, ну отлично. Так, мне сейчас понадобится снова твоя помощь. Не-не-не, чел, это не катит вообще, подожди. Как тебя зовут? Богданушка. Богдан? Угу. Серьезно? Ну да, Богдан Богомдан. Блять. А как ишь любишь? Обожаю. Охуенно. Одобряем, одобряем. Это нам надо, это мы берем. Так вот. Смотри, значит, какая тема. Ты в курсе вообще, что сейчас будет происходить? Ну, не особо. Чисто для разгона вопрос. На канал ты не подписан, значит, особо не знаешь, что за тема была в ролике, в одном из недавних. А, типа то, что ты школьника набирал и диктовал, чем говорить. Да, я тем же самым прямо сейчас занимаюсь с тобой. Вот. Мне нужен будет человек с голосом, как у тебя, и мы пойдем сейчас на какой-нибудь сервачок, на который я скажу. Идет? Ну, конечно. Отлично. Правила хотя бы примерно знаешь? Конечно. Так, ну давай тогда опрос. Когнитивный фир РП, что такое? Я только вчера этот видос смотрел. Блять. Ладно. Не прокатит тогда, не прокатит байт, ну ладно. А ну, еще раз попробую тебя замутить. Скажи что-нибудь. Абэмэ. Это войс ты сказал? Абэмэ, абэмэ, шоколад, шоколадное. А, все. Все, сейчас доебется кто-нибудь еще за абэмэ. Алло, менты, блять, ебаный в рот. Опа! Скажи лицом к стене. Оскорбление госсотрудника. Оскорбление госсотрудника. Лицом к стене встал. Какое нахуй оскорбление? Прошу открыть, ебаный в рот. Лицом к стене встал. Три. Палкой хуярево, палкой. Чеша. Палкой ебашеву и арестовывай. Осуждаю. Так это с министром. Вяжи. Не надо. Скажи ему, за оскорбление госсотрудника вы будете посажены в тюрьму. Вы будете арестованы за оскорбление госсотрудника. Алло, стой! Убегает, у меня моделька за него забагалась. Беги нахуй, прыгай нахуй, блядь. Ну насколько же мы гениальны? Нам хватило всего лишь одной разгонной РПшки в стиле лицом к стене, это обыск, чтобы выявить у челика нарушение правил. Не, ребят, ну посудите сами, у него моделька валяется, но он при этом умудряется бегать от полицейского с завязанными руками. Напоминаю, то что в правилах Мухосранска прописано, что этот сервер базируется на медиум РП отыгровки, поэтому хоть какую-то долю адекватности мы вправе с игроков требовать.
Пока он ты. Остановился. Стой, не двигайся, не двигайся. Так, убери, блядь, руки нахуй от него. Он министр? Алёша, он координат министра. Кто ещё такой, алё? Жир. Алёша, блядь. Алё. Расстреляй нахуй вот этого челика. Скажи сначала, подожди. Скажи, если двинешься куда-то ещё и не будешь слушаться, то я тебя расстреляю на месте. Вот этому челику, если еще раз двинешься, либо будешь развязываться, я тебя застрелю. Да, давай, развязывай его. Ой, а это что у нас такое? Обезьяна решила поиграть в Робин Гуда? Ну прикольно. Я уже кучу раз в роликах рассказывал, что бывает с такими челиками. Да, иди, бля, внутрь нахуй. Ты, блядь, бежишь. Понятно. Забей на него, Саша Бузов. Вот сзади. Сзади. Помеха при задержании, лицом к стене. Че тебе надо? А я тебе говорю, у меня в лейбах произошло, что ты... Скажи лицом к стене, чтобы встал. Лицом к стене встал. Раз. Лицом к стене встал. Два. А за что ты его... А что дальше? Да. Помеха при задержании. И что дальше? По какой причине его держать? Саша, тебя разбанили. Что ты делаешь, алло? Не отходи, стой на месте. Двинешься, я тебя убью. Двинешься, убью. Да помеха хорошо, при задержании. О, оскорбление госсотрудников. Выбиваем срок там. А тут способ вот так вот. Да. Ой, идиот, оскорбление госсорг. Молодец. Понимаю. Так, а теперь подавай ЖБ. Так, а как это тут идет? Написать администрацию? А, давай еще одного. Лицом к стене встал. Двинешься, я тебя репрессирую. Окей, за что ты меня посадишь сейчас? Оскорбление госсотрудников. Оскорбление госорганов. Я тебя оскорбил, я тебе вопрос задал. Домой. Хорош. Ну, сейчас мы типа разберем ее. Кот Чинчопик. Пиктейт. Сейчас я погляжу, где он там что делает. Да там в мусарню сажают на 2000 секунд. Тут очень надолго садят. Полчаса. Да ёбаный рот! А, ну он уже и тут. Меня именно? Прибирайся быстрее, брат! Ты вообще ёбнутый? Всё, он уже не в РП-процессе, он в тюрьме сидит. Телепорт к себе. Украли. Начинай с ним разговаривать, типа, я тебе приказывал под угрозой оружия, чтобы ты не двигался. Ну смотри, получается, я тебе приказывал под угрозой оружия, чтобы ты не двигался. Тебе было, похер на меня категорически. Ты не слушался моих приказов. Сказал, то, что ты меня взял, поставил лицом к себе не за то? Оскорбительное поведение госсотрудников, скажи. Ты назвал мусоров, первое мусора, второе, я не помню, что ты там сказал, оскорбительное слово, открывайте. Ну и типа, это по-твоему, адекватное поведение прямо в мэрии находиться и так говорить? Но это по-твоему адекватное поведение? Ты в мэрии находишься и такую херню несёшь? Я должен был деньги отдать. Но все равно не так людей зовут, тем более, когда это речь идет о госсотрудниках. Но не так людей зовут, тем более, когда речь идет о госсотрудниках. А так, ребят, тишина. Кот, вы принимаете вот это обвинение в ФРРП? Было же такое? Было то, что у меня повязали, за что-то запахло. Не, то, что вам угрожали оружием, и вы не слушались. Угрожал оружием, СМС-сообщение. Но, так, а после этого вам же угрожали оружием? Просто, как он говорит, вы не слушались, вы бегали по территории мэрии и игнорировали все его приказы. Ну, он меня остановил. Остановись. Я остановился, меня развязали. Ну, и это нормально? Вы хотели из мэрии выйти? Сказал мне остановиться, я остановился. Ну, а до этого вам кучу раз говорили, вы не слушались. Только когда начали стрелять, это вы уже отреагировали. Да, когда он начал по мне стрелять, я по нему военный хуярил. Ну, это уже отдельный разговор. Речь идет о том, то, что вы в наручниках бегаете по территории мэрии, когда вам хотят выписать уже срок ареста. И вы не даете это сделать тупо потому, что у вас не связаны ноги. А только руки. А тебе вообще еще изначально, когда ты стоял там перед ФДшкой, сказал встать лицом к стене, начал поясничать. Так, ребят, я почекал и уточнил, это нарушение правил ФРРП с вашей стороны. Не, оскорбление полицейских. Ну, оскорбительное поведение в сторону госсотрудника, все правильно. Потом вам угрожают оружием, и вы начинаете просто бегать по зданию и неадекватно себя вести. Это вполне походит на ФРРП, либо нон-РП, как удобнее. Я встал лицом к стене,
сказал бы. Нет, вас связали, и вы бегали просто по мэрии, когда вас пытались оглушить и связать. После того, как связали, вы все равно бегали по мэрии. Это неадекватно. Я могу выдать что-то одно, либо нон-РП, либо ФРРП, тут как удобнее. Сроки одинаковые, просто будет подпись другая. Так что думай. А он куда-то испарился. Ну, я его заджалил на час. А сейчас задача такая. Когда будет жалоба, ты мне, типа, рассказываешь ситуацию, что было и что ты считаешь, типа, нарушением. О, он на меня ЖБ подал. Так вот, я тэпаю тебя на жалобу и его, и ты при нем мне рассказываешь, что он сделал. Угу, понял. Но типа, без всяких преувеличений, без всяких привираний, просто, ну, как было. Потому что мы и так разбираем такие ситуации, где что-то конкретно есть противоречащее правилам. Надо мы сейчас на рынок пойти, там обычно все балбесы тусят. Да, давай. Я вижу там кучу меток, вроде бы людей там много стоит. Зайдешь, почекаешь, что там творится. Да там всегда движ, там всегда все ювы ограбить хотят. Ну вот иди просто на рынок. Можешь зайти там ювелирку почекать, не знаю. Может быть сзади, может на крыше, я хз. Оружие держи лучше всегда наготове. А что, мне это... ПМ? Да, ПМ. Ну, хоть ПМ, хоть что. Можешь на крышу залезть, кстати. Ага. А там мани никак не залезешь. Полиция, это мани-принтер в гараже. А, смотри, ты делаешь каким образом? Ты вот эту дверь заднюю ювелирки открываешь, чтобы она смотрела наружу. Понял? Изнутри ты открываешь, да, и потом через перила на дверь запрыгиваешь и на крышу через эту дверь. А, вот. Это настолько гениальная схема. Так, ружье валялось, да. Получается, всё. В... Ну, пока просто тут наблюдаешь. Спроси ему, что он тут делает, гражданский. А что вы тут делаете, гражданский? В смысле, гражданский? Что хочу, то и делаю, не запрещено. Я вам ничего не запрещал, просто поинтересовался. Блять, у меня тоже ствол есть, и чё... Лицом к стене встал. Быстро к стене. Убери, убрал оружие, ствол. Да, убрал оружие, чтобы. Лицензию. А, он этот ФБИшник, он в группу выписывает. Да, есть ФСБ. Угу. Есть лицензия, смотрите. Угу, все, вижу. Все, ну, вижу. Не носите оружие в таком открытом виде, пожалуйста. Все, хорошо. Это ФБР? Угу, он в групповой чат выписал мне, типа, не пали контору. Ну, окей, тогда его с прицела убираем и идем дальше чекать. Вот туда, где гаражи. Там тебе говорил чел, то, что маники или что-то такое. Ну, просто пройди туда с пистолетом, главное, не на предохранителе. Короче, пошли, отойдем, Сквейк. Сквейк. Вообще-то это Сквейк. Сквейк. Пройди за ними, не особо близко к ним держись. Не, они явно что-то... А, он с рюкзаком, это до ограбления Ювы, тут сейчас движ будет. 911 вызывай. А тут, я вообще не знаю, тут как-то через сервисы. Сервисы, C-меню и вся полиция и спецназ. Мужики, вам вы сами не надоели тут стоять? Валите отсюда. Повежливый сотрудник, пожалуйста. Да, отвали от меня. Дамы и господа, внимание! Перед вами сейчас был самый неумелый байт от Школоты. Челик увидел то, что на полицейском сидит достаточно адекватный игрок и решил его хоть как-нибудь спровоцировать на взаимодействие. Рассказываю наперед, что бы случилось, если бы наш полицейский пошел все-таки за ним. Ну, предположим, наш полицейский заходит за ним и тут же он встречает перед собой либо одного вот этого челика с оружием, либо араву, таких же, как и он, микробандитов. И они бы его просто-напросто расстреляли и пошли бы играть дальше. РП. Так... Видит, слушай, можно больше не ставить? А он сам ко мне пристал, Вадя. Их забирать. Скажи сейчас, вот если он выйдет, просто он скажи, встать лицом к стене, какое-то слишком странное поведение у него. К стене. Чуть, ну, там не, не заходи, не заходи, не надо. Байден, это все квадрокоптер. Это квадрокоптер всего спецназа. Нихуя себе квадрокоптер. Под кокаином или что он делает? Просто под хмурым. Сейчас, он вылезет сам рано или поздно. Он вылезет сам рано или поздно. Но он уже в этот вкурил тему, то что его лицом к стене поставить хочу. Ну ничего страшного, ничего. Сейчас он вылезет один. Скажу то, что вы можете получить МГ информайшн, вы не знаете никаких секретов. Просто я ожидай. А, его убили, вот этот. Я последние бабки на интерес. От оружия убегать. А, не-не, значит он там вооруженный сидит. Ну, пусть он сам вылезет. Главное, сам не лезь, ты же жить хочешь, правильно? Просто жди. Да, я не купил сразу просто, типа.
Так это ваш Крэка, получается, убили, да? Ну, я так понял, то, что да, он там в нонрп-чат выписывает, типа, те норм фюрер пэшит. А, ну... Ну, либо он ему там ограбить его хотел. Ну, ничего, ничего, он сейчас скоро сам придет. А сейчас у вас в ускоренном варианте 3 минуты отсутствия моего полицейского, он отошел в АФК и скоро вернется. Но я хочу вам рассказать, что будет дальше. Дальше этот микробандит в розовом вернется и начнет пытаться байтить и агрить других игроков на моего полицейского. Одним из них станет дальнобойщик, потом один из его друзей, который свяжет моего полицейского и поведет непонятно куда. Это одни из самых необычайно глупых и нелогичных микробандитов, которых я встречал на ДРКРП. Почему, объясню потом. Ну а если хотите догнать немножечко раньше, чем остальные, даю вам подсказку. Они хотели ограбить ювелирку, не привлекая лишнего внимания. Алло, алло, ты... Да-да-да. Что тебе надо здесь? Все, я... Опа, с тобой мне... говорит. Мендеты, если что, не оскорбление, кстати. А что, мне тут запрещено стоять? Да. Че ты караулишь? Кого ты караулишь? Сервисы вызывай. Так, цы. Странные вы какие-то, короче. Согл. Да, мужики, разойдитесь. Ой, тут машина. Сбивай его, пусть он умрет. Сюда, куда? Расстреливай машину. По колесам. На дороге встал. Жалко, жалко. Выйди из машины. Вышел. Я ему не нанес урона, по касательной. Ну и все, тогда похуй. А что ты делаешь? Адекватный? Бери оружие. Оружие убери. Емать! Красава, все. У меня оружие же в руках было, так разве можно? Его. А что за профессия? ОПГ щелковская. Так, ну посмотрим. А чё со мной? Куда я? А ты где находишься? Возле забора? Да-да-да, меня присосало почему-то сюда. Интересно. Ну пока наблюдаем. Что ты мне сделаешь теперь, мусор, а? О! Одного он порешал, молодец. Челик тебя сейчас, может быть, спасет, возможно. Да не, у них тут у всех сайги. Бля. Ты вы чё, парни? Понял. А кто тебя убил? А по тебе попал твой союзник, меня свой же завалил. Ага. Тут по мне двое сразу стреляли. А смысл был этой перестрелки, я не совсем понимаю. Ну, типа, они меня связали, эти за меня как бы вступились, и просто с ними начали. Типа, а зачем? Ну, чисто по фану даркрпшной комьюнити. Первое, что меня смутило, это похищение полицейского возле ювелирки. Второе, это перестрелка прямо возле школы, которая по правилам сервака является общественным местом. Но переработанный криминал Абус на этом серваке говорит мне: выкуси, Артур, ведь так можно делать по игровому времени с 8 вечера до 6 утра. И тут на помощь мне приходят вспомогательные вопросы. Ну, сейчас я прослежу за ним. Конечно, вот. И что дальше? Лицензия. А, у меня есть лицензия. Ну на. Я не стрелял ни по кому, мне вы вообще не нужны. Я понял, по той лук вообще, вот так от лыжи. Слышь, а можешь, а где раздатчики? Здравствуйте, на вас жалоба пришла за криминалобус. Админ, ты не думал, что у нас мог быть РП-процесс? А он закончился, вы просто обсуждали раздатчики. Ладно. Криминалобуза нету. Было криминальное время. Крим-абуз 20.00. Да, но там также есть уточнение, ребят. Там есть также уточнение, что в любом случае криминал запрещен возле госучреждений. А вы все это делали прямо возле школы. Это же госучреждение, правда? Вы не... Так мы стреляли. Вы про то, что мы стреляли? Я про то, что вы похитили полицейского, а потом как раз таки этим спровоцировали перестрелку. Я не похищал, у меня даже наручников нету. Ну, в смысле? Вы все вместе были заодно, считаете? Я взял его в ход, отзывай. Не я свят. А, уйдите, пожалуйста, жалоба. Ну, не там, прямо там. На дороге. Так, я не там, Нет, жалоба можно не ваша, я вас не тэпал. Хотел я вас не тэпал сюда, можете уйти, пожалуйста. А его перенесло туда. Но все равно вы это делали возле охраняемой территории предприятия, ювелирка. И также возле школы. А добавили такое про кемпинг? Не в курсе, если честно. Я говорю сейчас конкретно про криминал Абус. Крим-время было. Вот именно, было. Да. Далее мы выясняем, и получается так, что криминала Абуза у них не было никакого. Да, ребята, я обосрался, мне не стыдно это признать. Но это не отменяет того факта, что их перестрелка, а также похищение мента были абсолютно бессмысленными. Типа, кто не понял, объясню одним предложением. Вот ты хочешь постреляться с кем-то посреди города. В это определенное время ты можешь это делать, но для этого нужна объективная причина.
И причина у этих челиков не совпадает никак с целью, которую они преследуют. А цель такая – грабить ювелирку без какого-либо шума, чтобы не привлекать лишнее внимание. У тебя 5,5 нюансы. Не перетягивай одеяло, сейчас разборка идет касаемо ситуации, которую вы спровоцировали сами. А зачем вы меня перебиваете, администратор? Ну, потому что как раз таки я сейчас говорю на этой жалобе. Ты берешь на себя одеяло, перетягиваешь, чтобы занять такую главную позицию. Типа ты теперь предъявы кидаешь. Так вот, мне интересно, причина того, что на ровном месте полицейского вы провоцировали и затем взяли связали. Ну, то есть вы таким образом провоцируете полицию на то, чтобы он что-то сделал конкретное. Типа, дави его. Уже объяснили. Потом, как жаль, что тебя не сбила машина. К чему это поведение было тогда, когда ты хочешь, не знаю, ограбить ювелирку? Ну, потому что он там стоит, нам мешает начать ювелирку. Мы боимся, то, что вот он зайдет в колесо, как-то ее бьет. Так, хорошо. Я говорю не касаемо этого. Я говорю не касаемо вот этого ограбления ювелирки. Просто человек стоит на дороге, и смысл говорить какому-то дальнобойщику, к примеру, типа дави его, потом говорить полицейскому, жаль, что тебя не сбили. Если, что это, но... это уже не нарушение правил. А в смысле не нарушение правил? Вот вы хотите без всякого шума ограбить ювелирку, правильно понимаю? Угу, но мы не можем, потому что там ментов дохрена. Да, и вместо того, чтобы без шума как-то по-умному отвести мента в другое место, ну, дать ему якобы ложную наводку, вы наоборот привлекаете его внимание. Мы давали уже наводку. То, что там в гаражах могут быть маленькие. Это было около 5 минут назад, до того момента, пока вы не начали заново пересобирать команду. Вот. Но он туда не пошел, увы. Да, и вместо этого вы решили его просто начать провоцировать, что противоречит как раз-таки вашей идее ограбить ювелирку без лишнего шума. Так мы ждали, пока они уйдут. Но ждали. Ждали, получается. Вы ждали, конечно же. Потом решили просто взять в тупую и спровоцировать его, учитывая, что вы хотели это сделать без шума. И потом завязали перестрелку прямо возле школы. Молодцы, что еще сказать? Молодцы. Так я в последний раз уже начал стрелять. Мы первые вообще не начинали стрелять. Потому что он там мешал, стоял. Ну, так, он стоял с оружием в руках. Вы его подошли, завязали. Молча. В спину. И что, у меня оружие в руках чела, то есть сервер Medium Urban, насколько я знаю. Но твои действия, мне кажется, больше относятся к Лайдер П. У меня оружие в руках. Не я тебя связывал. То есть, ребят, получается, вы все делаете вместе, ментов провоцируете, связываете или же еще что-то делаете, но когда конкретная претензия всплывает, вы начинаете перекидывать ответственность на другого игрока. Один стрелял, другой связывал, я тут вообще не при делах, да? А как только один человек там нюанс, кажется, какой-то нарушил, уточни, какой нюанс, давай. Он нюанс полиции... В общем-то, его когда задавил, ну, пытался задавить дальнобойщик, он начал по нему просто стрелять. Без предвыстрела. Он, то есть, какой предупредительный выстрел? А какой предупредительный выстрел должен быть по человеку, который чуть ли не задавил его фурой? Протащил его, слава богу, без вреда для здоровья, и потом спокойно поехал. Это адекватно, по-твоему? Какой ему предупредительный выстрел? И нужно по нему стрелять, да? В любом случае должен быть предупредительный выстрел или в колеса, или в воздух. А, то есть он, по-твоему... Нет, тут нету нюанса. Он уехал на достаточно большое расстояние. Какой ему нахрен предупредительный выстрел? Он что-то поймет? Какое он дальше поедет. Большое? Он до этого стрелял, когда он еще не достаточно далеко. Ну правильно, а ты думал, он развернется, приедет обратно, встанет? А может быть. Ну так и что, он встал? Может быть. Ну так и что, он встал? Он уехал просто. Говорили, вы, типа, не Ну полицейский рассчитывает это как нападение на себя. Полицейский рассчитывает это нападение на себя. Да. Данный дальнобойщик испугался и начал уезжать, потому что он боялся за свою жизнь. А, то есть он на полицейского не боялся, да, наехать, а как только по нему начали стрелять в целях самозащиты, он тут же испугался. Ну, классная логика. Нет, начнем просто с того, ребят, нюанса нету никакого. Нюанса нету. Начнем с того, что этот полицейский стоял он сам на дороге. Он специально ехал, даже вписался в стол, потому что так жаждал меня задавить. Он специально это пытался сделать. Как раз таки с твоей такой подачки, типа задави его, скажи. Так ты сам на дороге стоял в любом случае. Так ты сам ему говорил, задави его, ты ему потыкал, ну, говорил, что сделать, задави его. У него есть своя голова на плечах.
Ну, так у тебя есть тоже своя голова для того, чтобы соблюдать такие банальные правила, как нон-РП, но ты решил это сделать таким образом, что ты его нарушил вместе со своим другом. И итог у вас по полчаса за нон-РП. Какой нон-РП? В чем объясни именно? Нон-РП, которая написана в правилах. Прочитайте, пожалуйста, перед тем, как играть. Нет, как мы именно его нарушили, ты можешь объяснить? Я заебался им объяснять, если честно. Ты обязан объяснить нам, в чем нарушение наше. Обязан, конечно. Ты обязан нам объяснить, в чем наше нарушение. Сука, вы правил не знаете? Какого черта я тогда тратил столько времени, сидя с вами на разборке, объясняя, в чем ваше нарушение, в чем вы не правы? Ну что за хуйня? Я им столько времени сидел и объяснял, в чем их нарушение, в чем они не правы и что они сделали не так. И в конце, когда я выдаю срок, они снова просят меня объяснить, в чем их нарушение. Ну да ладно, сегодня в ролике не будет настолько много приколдесов и смешнявок, но я думаю, все равно контент получился насыщенным. А теперь мы переходим к нашей следующей ситуации, которая на стадии монтажа у меня получилась, ну, реальным расследованием. В стиле, кто где напортачил, какое правило нарушил и соснул хуйца. Я распишу вам поминутно, что за ебаный в рот здесь будет происходить. Потому что ситуация на первый взгляд может показаться, ну, правда, изичной, и, наверное, каждый из вас захотел бы написать о том, то, что он бы ее разобрал за 5 минут и 2 клика. Но если углубиться в эту ситуацию более подробно, то ты со временем сам перестанешь понимать, кто кого нахитрил, наебал или же кинул. И тут, к вашему несчастью, появляюсь я, человек, который любит занимать хронометраж видео своими стоп-кадрами и голосом. Приятного просмотра. Да. А, подожди, вот этот челик, да. Он не дома во время качки. Какое-то здание сегодня до 3 типа зданий получается. Я, блядь, на 100% уверен был, что у меня вообще все нахуй неправильно. Тебя в итоге, блядь, она мне сейчас написала, что у меня 4 за это, прикинь, блядь, я в ахуе. А я сегодня географию скатал. У нас, прикинь, после 7 урока ставили на 8, и я сидел, географию скатывал. Ну, ой, бля, я видел в ТикТоке видос, типа, ой, там была. Этим девятым, не девятым классом нельзя, там все это, больше 7. Что? Ну ладно, встану, окей. Обыскивай просто пока. Какие претензии ко мне? У меня есть лицензия, у меня есть. Ага, а не дома скажи, во время кача. Так заковывай, так получается. Да, заковывай. Ну, как бы, я им нанят, ну ладно. Норм. Я, он, мной нанят, это моя безопасность. Документы покажи сначала, пусть покажет документы. В смысле, я охрана его, да? В смысле, его нанят, и он моя охрана, его нанят. Развязать? Пока нет. Йоу. Скажи, чтобы документы тебе показал этот человек. Охранников не арестовывают за кончался, если что, пиздец. Хорошо. О, да, держи, я тебе сейчас... Ема, у меня экран огромный, нифига не вижу, вот, на, держи. Так. В данный момент они по РП показывают документы, которые являются доказательством того, что этого челика справа нанял госник слева. Нигде нету ни одного упоминания о том, что эти документы могут быть фальшивыми, и поэтому нету надобности отыгрывать какой-то ролл на проверку документов, тебе просто показывает и госник, и этот челик документы, и ты просто принимаешь этот факт и идешь дальше. Мне показалось это интересным неспроста, потому что они очень увлеченно разговаривали, но за рамками РП процесса. Что вы обязаны знать, если этого челика нанял какой-то гос сотрудник или же отдельное лицо, даже не гос, то он будет обязан его защищать в любом случае. Помолвить. Да, он мой охранник. Ага. Стоим пока что. Стоим. Есть какие-то еще претензии к нам? Короче, еще мышку себе новую купил, Razer. Сейчас на нее ПО накатил. Крутая вообще. Люто крутая. 8к DPI. Куда бабки-то у тебя? Кредит называет. Ладно. Ну, на это 200 FPS хреначит с собой. О, вооруженные люди, пострелушка, пошли, пошли. Я тебя отведу, будем стрелять. А ну, иди за ними. Куда мы идем? Да, открыто. Это на вызов стреляться идем. Идем, убиваем. У тебя тачки разве нету? У тебя же была вроде шаха. Я продал ее, на мое лицо посмотри. Че он за нами бегает, блядь? Что? А, не, он с нами, наверное, на вызов. Как раз почекаем, точно ли он с ним работает. Старенький. Андрюша и Евкаки сейчас начнет стреляться. Опа, лицом к стене его ставь. У меня вот тут дом. Ого. Заходь. Да. Сквейк. У нас... Ебать, Сквейк. Ты что там себе прикупил за масочку? Открывай, доставай оружие. Закрывай. А, ну ладно. Сквейк, на какие шиши ты купил маску? Челик вышел на улицу и спровоцировал госов на погоню за собой. Забежал домой, не закрыл дверь, не послушался приказа встать лицом к стене, когда они заходили. Это было только что перед тем, как я сделал стоп-кадр. После этого он запирается в квартире и говорит, чтобы они вытаскивали его только путем рейда. Сам он им не откроет даже под угрозой оружия. Это открытая провокация на нарушение правил сервера.
Она предписана в правилах в пункте 1.5. Он хотел забайтить их на погоню. Он знал то, что за ним побегут в комендантский час, и он специально забежал в комнату и закрылся, чтобы его начали рейдить два гостника, нарушив правила рейдов. Заходи, заходи. Лицом к Ксении, встаньте, говорю. Я тебя не видел. Без ордера выходите. Берите. А, понятно. ЖБ подавай. Ладно. ЖБ подавай, не волнуйся. Не волнуй этого. Жопа. У меня... Жопа. Все, все, вырезаю. Так, ну это не на меня взяли, не на меня же взяли. А, понятно, подожди, стой, пока наблюдаем. Не на меня взяли ордер. Но ты... Скажи, выбивай и расстреливай его. Почему ты это считаешь? Скажи, выходи, либо расстреляем сразу. Я в туалете живу, ребят. Что вам надо? Я в туалете двери веду. Ломай. А скрипишь? Ну ломайте, доставайте таран. Да, встань, ломай. Ебать. Сзади как бы пиздят там. Извините, пожалуйста, а в чем прикол? Тебя же этот ОМОНовец нанял, чтобы ты его защищала. Вместо этого ты бегаешь по квартире и смотришь, как госов расстреливают, которые тебя как раз таки и наняли, считай. Немного потом он будет гнать нам телегу о том, что его никто на самом деле не нанимал, и он просто показал фальшивые документы. А фальшивые они или нет, догадывайтесь сами, вы могли отыграть ролл, а вы его не отыграли, поэтому идите нахуй. Достаточно интересно обуз возможностями этой профессии, конкретно на этом серваке. Эта профессия ОПГ может наняться каким-нибудь госаппаратом или же частными лицами на защиту, охрану и так далее. Вот этот челик на экранах у вас наглядно обузит возможности этой профессии, а конкретно возможность наняться к кому-нибудь. Ну вы будете выламывать? Он просто... Да. Ага. Красавчик. Ну это я типа отбивался от рейда. Я жил в унитазе. А вот тут решили меня зарейдить. Все, я тебя забираю. Что за бред творится? Ну, это конч, раз тебе жалобу подали. Понял, сейчас я почекаю его. Сейчас смотрим. Рыгает что-то в ГС. РП процессор. Ты что, в берсерках был? Понятно. Очень давно еще, когда Ваня играл. Здравствуйте, на вас жалоба. Клюки? За что? Фир РП и нон РП. Нету, фир РП и нон РП. Это уже не вам решать. В чем фир РП хотя бы объясни? В чем фир РП хотя бы объясни? Ситуация была такая, то что вы увидели полицейских с оружием и побежали сразу, ломанулись от них обратно домой, пытались закрыть прямо перед ними дверь, не давали им зайти тем самым. И когда они дергали за открытую дверь, вы обратно ее пытались закрыть, запереть на ключ. Вот. Притом вы видели, что люди вооружены, и вам это никак не помешало нарушить фир РП и нон РП. Нон РП в чем-то, что я начал отбиваться от рейда? Я уже вам объяснил. Вы стоите за дверью, тем более еще говорите, типа, без рейда не имеете права. Это не совсем адекватно, когда вас уже, считайте, настигли и угрожают вам оружием. Вместо того, чтобы оценить грамотно свои возможности, что у вас мало здоровья, 19 хп при том было, вы говорите сами, типа, рейдите, давайте и все. Вот в этом фир РП и нон РП. На этом мы разговор с вами заканчиваем. Удачи. Ты гений? Хорошо, они жалели меня. Ты не хочу тебя оскорблять, просто жалели. Сейчас, подождите, я игру сверну. То есть ты покупной, да? Не бомби. Я не с тобой говорю, ты вообще помолчи. Ты сам правил не знаешь. Админ, подожди. Администратор, стой, не выдавай наказание. Не выдавай наказание. А что такое? Админ, подожди, у них соло рейд. Соло рейд? Опа. Администратор. Подожди, вот сейчас будет прикол. Ау. Так, я здесь, ребят. Админ, не выдавай, подожди. Я здесь, ребят. Подожди, админ, у них соло рейд. Они вдвоем зарейдили квартиру. Один ОМОН и один мент. Они вдвоем же были. Это соло рейд. Нет, там было трое человек. Кто там еще был? ОПГшник? Ну да, был ОПГшник, который был нанят как раз таки спецназовцем, как я понял, или ОМОНом, кто это точно был. Админ, привет, у меня вопросик такой. Ситуация, два есть госсотрудника, один ОПГшник. Вот, ОПГшник, ранее было описано то, что он нанят то ли ОМОНовцем, то ли другим госом для помощи. И они собирались зарейдить втроем квартиру. Вот. Человек отказывался выйти внутри квартиры из запертой комнаты, говоря это, объясняя тем, что вот без рейда не можете, давайте объявляйте мне рейд, и тогда пробуйте типа эту дверь открыть ванную. Он не забегал за угол, это я забежал, достал оружие и сейчас. Человек разговаривает, давайте вот сюда вот.
два ГОСа и один ОПГ Щелковская бегут во время КЧ и видят одного человека, тоже ОПГшник. А вот, суть такая, то что ОПГшник, как ранее объяснялось, был нанят. И они заходят в квартиру открытую, когда человек от них пытается убежать. От ГОСов с оружием и от ОПГшника. А он забегает в квартиру и запирает дверь. Ему говорят, типа, выходи или расстрел. Он говорит, нет, я не выйду, объявляйте рейд. Объявляют в итоге рейд, и челиков на ГОСах убивают. И тут же ОПГшник, он остается с этими челиками, которые убили ГОСов. То есть он им ничего не сделал, то есть у него умер, грубо говоря, его наниматель, он просто стоял или разговаривал, или что бы. Да, он с ними продолжал стоять. Угу. Смотрите, а насчет того, что он рейдил, они рейдили, точнее, это будет курве в соло рейд, сейчас даже скажу точный пункт у ГОСов, у спецназовцев, а у ОПГ сейчас скажу точно, потому что он не может участвовать в рейдах. А, нет, но курфью, там камчас был, вот сейчас, который идет камчас. Ой, курве в соло рейд, не но курве, а курве 5.3. То есть даже если комендантский час, их было двое. Из, ну, то есть спецназ, их было двое. Ну, спецназ и полицейский, вот офицер. Ага, понял. А ОПГ он сам не может участвовать в сторону ГОСов. То есть если рейд криминальный, то он считается гопником. Если рейд в сторону... А, я понял, что это за схема у них была. Я понял теперь, что это за схема была. Челик на ОПГ вот этот вот нарушил провокацию. Все, теперь я все выяснил, спасибо. Я тебя обрадую. Я тебя обрадую. А ты знал, что соло-рейды, так скажем, запрещены, правило есть такое, но ты все равно спровоцировал людей на то, чтобы они тебе объявили рейд в количестве двух человек. Молодец, у тебя правило провокации нарушено. Так, какие у меня правила нарушены? Ну, у него соло-рейд, да? Фир-РП, нон-РП, а также провокация. Я не считаю, что у него есть его нарушения, ввиду того, что ты сам их спровоцировал на погоню, ты сам их спровоцировал на то, чтобы они залетели к тебе в квартиру, сам спровоцировал на то, чтобы они объявили тебе рейд, потому что ты по-хорошему выходить не хотел, тебе даже уже оружием угрожали, и ты не боялся. Итого... В правилах прописано то, что админ... Так, что и теперь у тебя провокации будут нарушены еще. Сейчас посмотрим, какой там срок за провокацию. 1.5. 1.5? Ты серьезно? Ты серьезно? Ты хочешь сказать, что у него нет нарушения? Ну, я не считаю, что правило у него будет прописано нарушение, когда его ярко и понятно на это спровоцировали, чтобы он сделал так, чтобы потом у тебя было якобы чем отговориться, типа аргумент, то что вот у него еще есть нарушение соло-рейда. Ты сам спровоцировал на это, ты сам до этого довел. Хорошо, без проблем. То есть я могу приходить за мента соло? Но... Соло могу приходить за мента и рейдить, зато если меня спровоцировали, да? Ну, слушай. Да? Когда чел сам молча приходит и ничего тебе не говорит, но берет, пытается рейдить квартиру, это одно дело. Когда ты сам всеми действиями намеренно провоцируешь на рейд, ты не хочешь на контакт идти с ними, ты ничего не хочешь отыгрывать, тебе просто пофигу, ты берешь, закрываешь перед лицом дверь, это уже другое дело. И когда ты открыто говоришь, типа, берите рейд, зная правила, что запрещено меньше трех человек на рейде от ГОСов, ты знаешь, что есть это правило, и ты видишь, что там двое человек, ты знал то, что там двое человек ГОСов. Это уже совсем другое дело. Ты хотел спровоцировать его на то, чтобы он нарушил правила. Он или же другой ГОС. Поэтому давай уже просто отсиди эти три часа, и все. Слышишь, а можешь мне сказать, ты купил их админку? Так, а у меня еще вопросик есть. Слушай, а кого ты тогда обыскивал? А, вот Лоско, вот этого, Погощелковского. Да. Помнишь, тогда тебе сказали, что у них контракт там и все такое? Да. То, что он типа нанят им. Да. Вот нам нужно, сейчас я по чату поищу, они тебе вроде бы писали. 1, 2, 3. Ласко Бобрович. Да, Ласко, короче. Сейчас почекаем Ласко. Я сейчас тебя заберу. Ну, господи, гениально, что я успел натворить. Круто. А ты ничего не успел натворить, все нормально. Мне просто нужно выяснить пару моментов. Я тебя сейчас заберу и обратно потом. Окей. Сейчас опознание пройдет у нас. Привет еще раз. Да. Вопрос следующий у меня образовался. Я наблюдал за вашей РПшкой. Наконец. Когда вы объясняли, что с вами сотрудничает один из ОПГ Щелковских. Тут нанял на охрану. Да, а как так вышло, что, получается, нанятый вами человек, который должен вас охранять, защищать, он ничего не сделал тому, кто вас убил?
Ну, мне это просто интересно, как человека, который наблюдал за этим от и до. Я видел то, что вы документы предоставляли. Но я по логам смотрю, не конкретно нанятый убил тебя, а его друг. Я с таким же. Я сейчас там разбирался, то если бы он достал бы один против двоих оружие, ну, мне кажется, фир РП было бы. Ну, изначально он там был не один, вас он... было трое, правильно? Правильно. И а, вот, ребят, я пересмотрел, на демке видно, что они все втроем стоят после того, как вас поубивали, и ничего при этом, как бы, дальше этот человек нанятый тобой не делает. А вы реально его нанимали, или это тогда была просто РП-отговорка для того, чтобы вы дальше могли поговорить? Мне вот это важно. От ответа зависит то, кто будет виноват в этой ситуации. А, смотри, я тебе если задаю я вопрос. Если я защищал, когда я с ним разговаривал, это будет френдли абуз. Если он меня не защитил, у него будет нон РП. Вот тут надо думать, кто меня этот... Ну, короче... Я не буду ласко поставлять. Я просто с ним месяц не виделся, но у меня когда компьютер был сломан, я его сейчас недавно купил, и мне охота была с ним хотя бы немного поговорить, и он пришел, начал его лицом к стене ставить. Да, у меня френдли абуз, признаю. Понял. Ну смотри, за чисто сердечно тогда 15 минут я даю тебе. А теперь нам еще надо будет посмотреть кое-что другое. Где этот ласку? Так, ну пока они что-то за машиной идут. Не получается, сука. Ай, блядь. Сука, я застрял. Здравствуйте. Алло. Что, даже не спросили, есть ли у меня РП-процесс, сразу тэпайте, а? А, у вас был РП-процесс? В ролике на Magic RP этот байт у меня был, и он сработал. В этот раз нет, но можете взять себе на заметку, как можно попробовать раскрутить какого-то идиота на нарушение. Этот развод нацелен на то, чтобы подловить какого-то конченного игрока в самом начале разборок на обмане администрации. Я не часто таких челиков, но все-таки встречал, которых ты тэпаешь на жалобу, и они начинают тебе лечить, что у них был какой-то РП-процесс. На самом деле, они либо стояли на нон-РП тему разговаривали, либо просто стояли, тупили на спавне. Нет, не было, но все равно надо уточнять, как бы. Ну вот, видишь, не было. Вас нанимали? Что такое? Ну, вас нанимал этот госсотрудник, действительно? Уйди, не мешай. Это что? Так, а как так вышло, что вы говорите, что вас наняли? В РП я имею право обмануть. Но все равно будет считаться то, что вас наняли. Какие претензии ты ко мне можете объяснить нормально? Вас наняли, это объяснялось как раз таки в РП-чате голосовом, и через СМИ также предоставлялись документы. И затем, когда вы зашли на чужую территорию, где были два бандита, которые провоцировали открыто госсотрудников, вы ничего не сделали для защиты того, кто вас нанял, как вы это объясняли по РП. Так по факту я не был нанят. СОС вопрос. Зачем они тогда с этим полицейским отыгрывали РП и показывали документы, подтверждающие то, что он все-таки был нанят? А, ребят, точно, им же надо было просто поболтать, да так, чтобы этот челик не улетел в тюрьму. И поэтому они отыграли, что вот он, оказывается, был нанят. Показали все для этого документы, нарушив при этом МГ, как раз таки на нарушение которого я уже решил внимания не обращать. Я... ПРП обманул, и вот уж я нанят, чтобы меня не арестовали, и все. Но по факту я не являлся охраной ничей, никого не защищал там, поэтому не доставал пушку и ничего не делал. Ну тогда нон РП будет. Почему же нон РП, блядь? А потому что, блядь, получается так, что ты говоришь о том, что тебя наняли, потом ты ничего не делаешь для того, чтобы доказать, что тебя наняли. Ты просто всем говоришь, что тебя наняли, лишь бы тебя не сажали во время камчаса. Френдли абуз, либо нон-РП. Это не нон-РП. Почему френдли абуз-то? Потому что... Я его обманул, и это уже его проблема, что это он повёл. А, ну, он мог проверить спокойно документы и отыграть ролл, но он не захотел этого делать, значит, это уже его проблемы. Ну так ему сказал как раз таки госсотрудник, с которым ты договорился. Госсотрудник уже принял свой френдли абуз. Он уже сказал, то я уже, это не ко мне претензия, а к нему как раз. Госсотрудник уже подтвердил, что это был френдли абуз с вашей стороны, и вы просто не хотели, чтобы вас арестовали. Поэтому вы типа... Об... В чем? Ну,
Я еще раз объясняю. Нет, ну объясни, в чем вас конкретно абуз. Никто не нанимал, но вы так сделали и обыграли, чтобы просто вас не посадили за комендантский час. Вот. Никакой, не знаю, выгоды никто не получил, кроме того, чтобы просто постоять пообсуждать мышку новую компьютерную и кто как закрыл экзамены. Поэтому friendly abuse будет у обоих. Так в курсе нет, то, что это были фальшивые документы, и это его проблема, что он не начал их проверять. Фальшивые документы, а это было описано где-то в МИ. В МИ у меня бинды стоят, я уже их не редактирую, как я их могу резко отредактировать? Но это точно не проблема этого игрока, кинуть что бинд, вы не редактируете бинды. Откат и потом отредактировать, да? Возможно, ты же на медиум РП серваке играешь, правильно? Правильно. Friendly abuse, выдаю час Джайла, удачи. Почему же час Джайла, объясни. Господи, да чего тупые, просто все им объясни. Почему ты вдохнул, почему выдохнул, ну-ка объясняй. Так, все, я тебя возвращаю. Все слышно. Ты расскажешь, в чем тут friendly abuse? Да, что такое? Friendly abuse тут в чем? А что такое? В чем проблема? Я говорю, friendly abuse, где ты тут нашел? В чем проблема? Где ты тут нашел friendly abuse? Проблема в чем? Нарушение, как минимум, в разборе жалобы в том, что ты телепортировал без разрешения игрока его и матерился на разборке, будучи администратором. Когда я записывал этот ролик, честно признаюсь, я, да, был уверен, что я найду каких-то нарушителей просто среди игроков, но чтоб среди админов, мне это казалось невозможным по определенному ряду причин. Во-первых, потому что админы здесь работают по памятке, у них отдельные инструкции, как вести себя, когда на серваке кто-то снимает видео. Помимо этого, если какого-то ютубера находят на серваке, то в Дискорде делается сразу объявление для администраторов, чтобы они были в курсе. Ввиду того, что у меня преимущественно админ тематика в роликах, на этом серваке мне сложно собрать контент, и я кучу раз об этом говорил. Но это не дало мне никакого результата. И как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И я сделал то же самое, когда придумал эту рубрику, где челик по моим указаниям устраивает какой-то движняк на серваке или же на жалобах. Это первое. Второе претензия по поводу того, что friendly abuse в чем? Если он просто предоставил то, что документы на то, что у них подписан контракт. Он мог, в принципе, написать через НИП, предоставил документы. Если игрок не кинул ролл, то это его проблема. Он мог кинуть ролл. Если бы они были бы настоящие, все, он бы мог в лог-чате уже отписать то, что на самом деле это настоящие документы. Так, дальше что? А так игрок сам виноват в том, что он не проверил документы. Где тут friendly abuse? Ты friendly abuse правила точно читал? Да, читал. Это, а ты? Получение мимолетной выгоды с двух сторон. Так, ладно, иди лекцию дружбы. Читай другому кому-нибудь. Мне сейчас нет на это времени. Ну, нет, я посмотрел. У тебя два нарушения, как минимум. Каких? Игрока. Ну, ты, во-первых, матерился даже при мне на жалобе, что запрещено администратору. Телепортировал игрока без его предупреждения. То есть ты не телепортировался к игроку, не спросил, есть ли у него РП-ситуация или что-нибудь еще такое. Так, ну, сказал я один раз слово «блядь», и что дальше? Так, и дальше что? Ну, ты, типа, 2+2 не можешь сложить. Еще раз говорю, это запрещено делать. Администраторы материться на разборках, раз и телепортировать. Это типа какой-то около колючий вброс был, 2+2 не можешь сложить. Это ты так пытаешься более-менее толерантно какой-то прикол выкинуть, чтобы не нарушить, не дай бог, правила. Толерантно, ты непробиваемый, видимо, я тебе только что раз, еще два раза объяснил или даже... А что ты горланишь-то, как истеричка? Что ты горланишь, мне сидишь? Понятно. У меня вопросик, а администратор может писать жалобу на форум на администратора? О, стукач же детектился. Сейчас занят, а так, да. Может. Стукач, может, стукач. Может, да, подавать администратор. Все. Мне человек пытается сказать, что стукач, он тэпает игрока без его разрешения, то есть он просто тэпнул игрока, как я понял, не прилетев к нему. А у меня вопрос такой, ты был уверен точно, что у него был какой-то РП-процесс, что я его тэпнул и прервал этот РП-процесс? Ты в этом уверен? С его слов, да, это было так и сказано. Но ты, то есть, это утверждаешь, да? Ты это утверждаешь? Ты это утверждаешь, нет? Ну, хочу, да, утверждаю, а что нельзя? Окей, отлично, у тебя обман администрации, потому что я перед тем, как его тэпнуть, удостоверился, что у него нету РП-процесса. Ну то, что ты материшься на разборках, это... О, господи, да, какой же я негодяй, сказал один раз слово «блядь», вот это да. Ну все, расстреляйте меня, пожалуйста, расстреляйте. Ты уже на обмане администрации проебался, куда ты лезешь? Егор. Куда ты лезешь? Смотрите, Вася Чпачмак, ну в любом случае... Так объяснять и так наезжать на человека не стоит. Если у вас есть вопросы, вы можете подать на человека жалобу. В принципе, я могу начал переходить на такой тон только сейчас. Да, да, начал переходить на такой тон только сейчас. 2+2 сложить не можешь? Что за хуйню ты сидишь мне тут поришь, а? Я сейчас могу помочь, если ты мне расскажешь ситуацию, собственно. В общем, давай я расскажу. К
чтобы стукач хуйню не пиздел. Ну рассказывай нахуй. Так, секундочку. Бля. Секунду, я его телепорт. Вася, чмачмак. Секундочку, можете подождать? Я слушаю. Лок, убери свин. Ну, раз у меня спрашивают, ты просишь меня объяснить, он начинает свои 5 копеек вставлять. Пусть объясняет. О, сын скрипки, 5 копеек вставлять. У кого спиздил фразу? Секундочку, оба, секундочку. Смотрите. Я сейчас выслушаю Васю. Ой, ребята, его там объяснение минута на 2-3. Я попробую это ужать и объяснить вам вкратце. Короче, первая претензия — это то, что я ругался матом. Опять же, какой же я негодяй сказал слово «блядь» один раз. Вторая претензия в том, то, что я вот такой вот, ребята, негодяй. Оказывается, людей не проверяю перед тем, как их тэпнуть на жалобу, есть ли у них РП-процесс или нету. Но он почему-то не упомянул один важный нюанс, раз он так внимательно за всем наблюдал. Он стоял там с самого начала, периодически нам мешая. Если увидели какие-то залагивания третьего лица, ребята, благодарите его. Это не критично, но мы сразу же поняли, что на жалобе мы не одни. Другой нюанс. Несмотря на то, какой этот шизик ёбнутый, он решил пойти настучать на админа и спросить еще перед этим разрешение у другого администратора, чисто из-за того, что ему ничего не отвечают, кроме как и что дальше, на оскорбление все-таки перешел он. Но решил это сделать тоже скрытно, так, чтобы не нарушить правила. Думал то, что его не услышат, а нет, услышали. Это все, конечно, весело, прикольно в плане контента, но мне иногда кажется, что мне достаточно сделать один вдох, чтобы челик рядом со мной начал судорожно нарушать правила, вести себя неадекватно или же еще какую-то хуйню вытворять. Не буду утверждать, но это, как по мне, какой-то памятка-момент. Когда я играл на серваке и меня нещадно палили админы, хотя я просил этого не делать, никто себя так не вел на жалобах ни разу. В общем, я наблюдал от и до за каждыми ситуациями, которым имел какое-то отношение и по которым я тэпал людей. Изначально игрок Куза поставил лицом к стене ласку Бэтбровича во время комендантского часа и хотел выписать ему срок за то, что он не дома во время качей, был бы 100% прав. Но за этого, ОПГ, писался госсотрудник, то ли ОМОН, то ли еще какой-то, точно не скажу. И сказал, мол, у него контракт подписан на работу с госаппаратом. Оба предоставили документы, объяснили, что он реально работает. На этом уже вся РПшка с лицом к стене ареста Камчас закончилась, и они пошли на вызов, то ли на вызов, то ли еще просто кого-то обыскивать. Видят они какого-то человека. Этот Саша Бузов забегает в дверь, не успевает ее запереть на ключ и просто начинает обузить дверью, закрывая ее, не давая пройти. И это все происходит под угрозами оружием со стороны госсотрудников и ОПГ, который подписал контракт, как они ранее говорили. Затем вот этот Саша Бузов внутри квартиры закрывается тоже на ключ, уже запирает дверь, и отказывается выходить, зная то, что там два как минимум вооруженных человека есть, госаппарата, и один из ОПГ нанят, который, ну, не просто так с ними пришел. Он отказывается выходить под угрозой оружием и говорит: рейдите. Он прекрасно знал, что существует такое правило, как рейд-абуз, вот этот вот, ну, соло-рейд или курфью рейд-абуз, что-то такое, которое запрещает рейдить, если вас меньше, чем два человека, ну, меньше, чем три человека, кажется. Вот. Он прекрасно знал и решил заобузить знанием правил. Он знал, что за это будет наказание, и спровоцировал их на рейд. Получается так, то, что френдли абуз уже у обоих людей. И у ОМОНовца, и у ОПГ. У ОПГ френдли абуз, ну, тупо потому, что вы предоставляете лицензии, ну, документы контракта. Он только сейчас мне в админзоне говорит: так я же предоставил фейковые, ну, подпиши фейковые, то, что там в скобочках фейковые, чтобы человек понял, что, ну, нужно как-то ролл отыграть. А так ты берешь, отыгрываешь в одну сторону ненастоящую лицензию, даже не говоря о том, что она какая-то там поддельная, может быть, там она порванная какая-то и недействительна. Ты сделал просто так, чтобы тебя никто не посадил в случае чего, и чтобы тебя отмазал ОМОНовец. И как правильно говорится, что это безвозмездная помощь друг другу, основанная лишь на дружбе. Чисто технически, от этого отыгрыша разрешения там на помощь госам, он уже должен был, обязан пресекать какие-то правонарушения, ну, может быть, покушения в сторону этого госа, который его нанял. Но он этого не сделал, и у него либо френдли абуз, либо нон-РП. Проходит уже жалоба, он мне начинает там рассказывать про то, что у меня нарушены два правила, потом начинает мне там какие-то, не знаю, провокации вкидывать, типа, ты 2 плюс 2 не можешь сложить, или чё, ты непробиваемый. Я говорю: чё ты хочешь от меня, типа? Это всё, что ты, типа, хотел сказать? Потом он летит уже к тебе, я начинаю говорить про
про то, что он стукач, потому что, ну, по факту он стучит по какой-то хуйне. Я ничего такого не сделал. Да, дальше я уже видел ситуацию. Ну да, я невиновного не забанил, я забанил только тех, кто что-то нарушил. Какого-то хуя вот это вот пиздло, он берет, начинает там оскорблять таким образом, чтобы его типа было еле слышно, типа долбоеб, и тут же улетел в клок. Ну ты если начинаешь говорить, то говори сразу, а не улетай в клок. Скорее всего, вы проверяли как-то в Spectate, раз вы Я все сказали, жалобы, которые проходили, все жалобы, которые я принимал, вот обвиняемых, я проверяю Spectate, смотрю, есть ли у них какой-то РП-процесс. И судя по диалогу, судя по действиям, я как бы проверяю, что он делает. Единственный был случай, когда мента ОМОНовца тэпнул, я сначала к нему тэпнулся, узнал, что он делает, куда он едет, что я его сейчас заберу, потому что он ехал на машине. А в остальных случаях я просто чекаю, что они делают, и вот этого Ласко я тэпал тогда, когда он в автомастерской уже отъехал на спавн, упал там, застрял, умер вроде бы. И у него, естественно, РП-процесса нету, типа, что за РП-шка, воскрешение? Долбоебом я его и назвал не потому, что он просто подошел. Сказал, типа, что я стукач. Когда ты мне говоришь, что он начинает первым говорить, я не понимаю, зачем, для чего. Поэтому я просто психанул, начал отлетать со словами долбоеб. То, что ты сейчас говоришь, типа, вот от него ты слышал меньше, ну, не знаю. Под конец он прям так открыто начал меня оскорблять, ты это просто сказал, так не делайте, пожалуйста. Ну, это неадекватно, я считаю. То, что один раз я его назвал долбоебом, да, я признаю то, что я все остальное время я молчал. Слушай, я не пойму, а чем ты недоволен-то, блядь? Ты сам на конфликт вывел, а теперь удивляешься, что тебе точно так же отвечают и выносят предупреждение. В чем твоя проблема? Зачем с того, что скриндро я вообще не хотел жаловаться? Я просто спросил, могу ли я на форум писать на администратора, ты тут... Да, блядь, не хотел жаловаться, но спрашиваешь, можно ли тебе написать жалобу, охуеть. Жалобу на форум, и там бы уже тебе вышка объяснила, если... Да, да, да. Или не объяснила, если у тебя нарушение или нет. Но ты бы в любом случае написал жалобу, блядь. Ни о чем. Ой, он стукач, он стукач. А что ты не стукач? Стукач, блядь, кто ты еще? Про начало конфликта, я бы просто подлетел бы, спросил, могу ли я... Да, ты просто подлетел, ты сначала по головам, блядь, прыгал, как обезьяна, а потом начал меня качать за то, что я 2 плюс 2 не могу сложить. Какого ты хуя лезешь ко мне и принимаешь, типа, какие-то решения и рекомендации даешь? Касаемо жалоб, которые я разбираю. Хорошо. Васильевич, почему? Можете проследовать это. Я могу идти? Да, вы можете идти. Спасибо. Потом увидите в составе. Ты мне... кое-что подскажи. Айдишник свой. Steam? Да, да, да. Ну вот, на котором ты играешь в Garry's Mod на Бебре. Так, ну я тебе начислю чисто символически 500. Спасибо. Да, это тебе спасибо, что согласился погонять. Так, в общем, можешь заходить на Бебру, проверять баланс. Еще раз спасибо за то, что поучаствовал.